сегодня Путин является реальной особенностью нашей политической ситуации, что Путин, человек, одновременно президент государства, одновременно является самым популярным общественным лидером. Вот в чем особенность. Он просто безумно популярен. Ни один политик в стране не имеет никаких шансов, если он противопоставляет себя Путину сегодня. Сегодня такова реальность. Отсюда возникает достаточно странная ситуация, когда вроде все находится внутри харизмы Путина. Вся политика, все телеканалы, включая оппозиционные. Вот, сказать. Ну, почему? Ну, и ТВ-6, и НТВ позиционируют себя как оппозиционные каналы. ТВ-6 вот-вот-вот должны закрыть. Понимаете, я не знаю ни одного канала, у которого не было бы проблем. Одни жалуются на отсутствие денег, другие на своих спонсоров, на поведение тех, кто имеет эти деньги. Там, Лукойл, конечно, очень тяжело иметь такого спонсора, как Лукойл. Но я думаю, моя точка зрения, мне очень не нравится история с ТВ-6. И мне не очень нравится сам канал ТВ-6, но мне очень не нравится вот конфликт вокруг собственности на ТВ-6, потому что я подозреваю, что здесь имеет место возня собственников. Ну, я имею в виду, вот прежде всего, Лукойла, который пытается таким образом как бы оказать, как они считают, оказать политическую услугу президента. С моей точки зрения, они не оказывают никакой политической услуги. И делают что-то, что в политике является худшим. То есть это бессмыслица. То, что вот попытка закрыть там канал ТВ-6 достаточно, на мой взгляд, политически убогий. Вот. Я бы хотел более острый оппозиционный канал, более ясный, более рациональный, более острый. А господин Киселев не в состоянии построить по-настоящему оппозиционное телевидение. Вот. Но я не вижу, почему он не может существовать. С моей точки зрения, это инерция борьбы вчерашнего дня.